300 тысяч. Сколько ответов? Ну, хочу конфету. На, я тебе дам. У вас только много. Угощайся. Спасибо. Да. Вот хорошо, да. Хорошо, что ты такой нежадный. Нет, я не жадный. Но плохо знаешь какой-то? Знаешь, в чем твоя самая большая ошибка? Все. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Ха, здравствуйте, ребята. Вот сейчас я Лёлика учу. Кое-чему. Чего? Вот у тебя знаешь, какая ошибка? Я повторяю, что ты не убираешь за собой. Ты посмотри, как ты насорил. Ты посмотри, мусор везде валяется. Столько съел конфет и не убрал за собой. Это же плохо. А что тут плохого? Ребят, скажите, что это плохо. Вот. А что плохо? Плохо то, что ты не убираешь за собой мусор. Ты посмотри, как на мусорке прям. Горы мусора, что надо убирать за собой? Вот съел бумажечку, положил в кармашек. Хорошо, подожди, сейчас, секундочку, я понял. Давай. Я пособираю свой сачок. Давай. Ну, хорошо, это нельзя делать дома. Да. Вот, это делать дома нельзя. Да. Вот, хорошо, это дома делать нельзя. Вот. А тут улица. А, да. Дома чисто. Вообще-то и на улице нельзя такое делать. Чего? Потому что у тебя дома есть мусорка, и на улицах есть мусорки, которые нужно бросать. Они же специально, чтобы люди не сорили нигде. Да. Хорошо. Давай, собирай. Я собрал. Собирай. Собрал. Неси на кухню, где у нас мусорка стоит. Собрал. Хорошо. Это была улица. Да. Это дом. Да. А нигде нельзя садить. Ни в гараже, ни на улице, ни вообще нигде нельзя. Специально существуют урны, в которых нужно собирать мусор. Есть ли бумажек, есть ли пластмассы, есть ли стекла. Ого. Да. Ребята, вы не сорите? Нет. Смотрите, нельзя. Тогда я тоже не буду сорить. Нельзя. Я просто не знал, Жорик. Я теперь обязательно пойду, да, и выброшу. Давай, есть давай. Мусор? Давай. Есть мусор. У нас в урну. В урну, на кухне. На кухне. Давай. Да, на кухне выброшу. Вот, видите, как надо. Быстренько запоминайте. Вот. Молодец, молодец. Да. Вот, смотри, ты вот мусор собрал, да? Да. Положили его в мусорку, да? Да. Но самое главное, нужно не забывать выносить мусор из дома. Вот. Потому что когда дома мусор скапливается, тоже нельзя. Там всякие микробы появляются, там всякие червяки. Вот. Понял, ребята, я понял. Меня Зорик сегодня научил. И не только меня, наверное, и вас, да, некоторых. Мусорить вообще нельзя. Нельзя. Весь мусор нужно бросать в специально отведенные места. Да. А это мусорки, урны, да, большие там баки. Да, на, да, некоторых написано бумага, да, стекло, да, пластмасса. Да. Вот, и это нужно все туда бросать. Да, 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 да. Вот. Тогда у нас будет всегда, да, на у нас будет чисто. Чисто, да, да. Вот, я понял. А ты знаете, чего вот вообще эти мусорки? Я тебе сейчас быстренько скажу. Скажи. Вот эти вот мусорки, где бумага, да, ее потом отвозят на завод, который перерабатывает и снова делает бумагу. Так же и с пластмассой. Отвозят на завод, там перерабатывают и снова делают пластмассу. Что ты напрягся? Я хочу из этой бумаги сделать еще бумагу! Нет, ты не сделаешь еще бумагу. Чего я не сделаю? Потому что у тебя нет специального завода. Понимаешь? Ну ты можешь помочь, ты можешь просто выкинуть в мусорку, где бумага написана, и все. Я так и сделаю. Да. А теперь давай смотреть мультик. Мультик, давай. Бумагу туда. Подожди. Ты забыл. Подожди. Так, туда. Туда нести. Туда, сюда, все, ходи. О, мультик. Дядя Каркуза. Ого. Ёлку сохнуть нельзя.